Бернард Шоу говорит так: жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы создать себя. Вот он все-таки красивый. Задача непростая. Задача непростая. Ну, допустим, понятно. Найти себя более-менее понятно. Найти себя там в профессии. Еще. Что вы вкладываете в слово «создать себя»? Создать себя – это то, что стоит перед нами. На самом деле это не такое уж что-то заоблачное. Это требование, которое предъявляется к нам от нашей жизни. Сделать из себя подобие Творцу. Опять эта фраза «подобие Творцу». Ну да. Снова. Подобие Творцу. Я не знаю, что такое Творец. Я не знаю, кто это, что это. Не знаю. А тебе разложат это по полочкам. Запиши. Первое условие – это всех любить. Это и называется. Но понятно. Да. Понятно. Понятно. Абсолютно. Так. А дальше трудности. А дальше поговорим. Понятно. То есть вот это вот первый пункт, он такой, да? Да. Я должен научиться всех любить. Да. Это и есть подобие Творцу, по большому счету. Да. Это и есть молитва, если это записываю, все время смотрю на это. Да, это и есть молитва. Вот представь себе, что ты как родитель, может быть, строгий, может быть, добрый, неважно как, но любящий. Так. Как такой родитель относится к своим детям. Так ты должен относиться к людям. Так я должен к людям относиться. Да. И в тот момент, когда я вот читаю это ежедневно и понимаю, что я не могу, вот это и есть молитва, не могу. Вот это и есть не молитва, это и есть состояние, когда ты проверяешь себя и видишь, насколько ты должен быть исправленным. И тогда у тебя уже готовы какие-то вроде бы претензии или просьбы о исправлении. И я их выкладываю, и да? И вот ты ждешь этого судного дня и выкладываешь их. Понятно. И это и есть, на самом деле, молитва судного дня. Да. Ты сам себя судишь, приходишь и требуешь, чтобы Творец тебя исправил. Потому что ты сам себя исправить не можешь. Единственный, кто может, это Он. Но только в соответствии с твоими требованиями, просьбами и мольбами. Так что... поторопись. И вы начали с того, чтобы полюбить всех. Да. И это, в принципе, является основой, получается, судного дня, да? Что да, да, да. Это называется Ават Олам. Любовь мира. То есть это основа вот этого судного дня. К этому я хочу прийти и не могу, и прошу. Абсолютно. Спасибо, ну, замечательно. Так что готовься. Готов, да, это правильно.